Всем зрителям, подписчикам привет. Сегодня будем собирать теплицу Meatloader. Ширина 3, длина 5 метров. Такое основание нам подготовили. Приехали, располагаемся и приступаем к сборке. Каркас теплицы мы поставили, закрепили к основанию с помощью анкеров, выровняли. Сейчас будем, крепим отливы. Вторую сторону отлива закрепим и начнем крыть теплицу поликом. Закончился у нас монтаж теплицы. Напоминаю, сегодня строили Meatloader 3х5. Стоит на бетонном основании у нас. Закреплен с помощью анкеров. Снизу отлив по периметру. Каркас теплицы сделан с профильной трубы 20 на 40. Покраска полимерно-порошковым способом. Цвет шоколад. Есть диагональные усилители. Есть термоприводы на верхних форточках. Одна центральная ручная, метровая. Есть торцевая форточка, дверь с форточкой с одной стороны, с передней. Поликарбонат 4 мм, 0,7 плотность. Все торцы защищены торцевым профилем. Вот такой отличный Meatloader у нас получился. А у меня на этом все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы. Всем пока.